Варшни, в принципе, не из пугливых птиц, ну или, по крайней мере, не боится. Достаточно стать к краю лесополосы, либо у какого-нибудь дерева, чтобы слиться с территорией, ну и не выделяться очень сильно на открытом месте. И одежда цвета хаки, либо серого цвета, которая бы сливала вас с основным фоном. Не делать ни в коем случае резких движений, и птица обязательно летит на вас. Осталось только приготовить шапку, ну и дождаться первого варшника. Что касается приманок, здесь все тоже просто. Есть два вида возможностей подманить вальшнипа. Это манок, изображающий хоканье или цыканье. Это голос самца, который вызывает самца на дуэль, пролетающего мимо. Таким образом, вы можете его подманить, если он не налетел на вас. И подброшенная шапка, которая якобы похожа на самку вальшнипа, которая подпрыгивает с земли в виде самца. К сожалению, у нас нет человека, который умеет использовать духовой манок на вальшнипа, но тем и прекрасней, господа, потому что впереди еще не один выпуск нашей любимой передачи «Национальная лига охоты», которая обязательно сделает крупнейший обзор в следующем году, и вы увидите, насколько эффективно или интересно использовать духовой манок. Опять же, использование духового манка интересно только в том случае, если птица пролетает мимо или стороной, и вы подманиваете ее для того, чтобы привлечь к себе на выстрел. Мы все-таки ставим вместе основного пролета птицы, поэтому, скорее всего, манок нам не понадобится. Ну а шапка? А шапка фактически есть у каждого на голове, и подкинуть ее, ну, наверное, скорее всего, это больше похоже на какую-то традицию, нежели действительно на эффективный способ. Вальшнап на бой птицы слабая, и много ей не нужно, но все-таки, какой заряд оптимален для этой птицы? Сегодня мы использовали для пристрелки дистанцию в 35 метров. Стрелял я патронами Chase на веской 32 грамма без контейнера. Как мы выяснили, фактически, чтобы понять, какой дробью стрелять правильно, необходимо понять, какой предельный урон на дистанцию может нанести данная дробь. Скорость на 35 метров седьмого номера дроби составляет 200 метров в секунду. Соответственно, при удельном весе дробины максимальный поражающий эффект от нее составит 0,18 на метр кубический. При весе тушки вальшнипа 300 грамм, ему достаточно будет на эту дистанцию 2 дробины для максимального поражения. Отстреляв 3 патрона с разными чоками, мы добились поражения в 18 попаданий, в 14 и в 16. Я думаю, что вопрос закрыт, это более чем достаточно в 20 раз. Поэтому выбирайте хорошие патроны и обязательно, прежде чем идете на охоту, пристреляйте свое ружье.